Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы, ребяточки, с вами будем играть в крутую игрушку, которая называется Knife Hit, ребяточки, а точнее метание ножов в различные предметы. У нас, ребяточки, нож, посмотрите, выполнен в стиле конфетки, вот такой я уже ножик себе, в общем-то, выиграл, так что давайте, ребятки, собственно, погнали. Так, нам надо, самое главное, ребятки, разбивать вот эту доску. И самое главное, не попадать на нож. Потому что если я попаду, ребяточки, на нож, то я, конечно же, проиграю. Так, давайте вот так вот, вот так вот. Ой, ребяточки, видите, давайте нажмем рестарт. Так, 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 вот так вот. Так, ребяточки, я уже переборол ни одного босса здесь. Я уже пробовал вчера немножко играть в эту игрушку. И хочу сказать вам, что это довольно-таки прикольно. Так, давай, давай. О, отлично, ребятки, босс помидор, давайте его уничтожим. Отличненько, ребяточки. Так, хочу вам сказать, что те яблочки, ребятки, которые мы разбиваем, они нам в будущем пригодятся для того, чтобы покупать новые, ребятки, метательные снасти. Так, ну что ж. Так, здесь вот надо самое главное вычислить алгоритм, как оно именно крутится, и запомнить. Так, отличненько, ребятки, 7-й уровень уже у нас. Вау, вот так вот. Так, вот, вот, так, вот, 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 так, вот, отлично, раз, два, три, отлично, еще яблочко разбили, круто, так, давай, 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 вот, 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 хух, ребятки, чуть не попал в нож только что, если бы попал, моментально бы я проиграл бы, представляете, отличненько, ребяточки, босс, ого, что это за босс такой, ребятки, какая-то фортуна, колесо фортуны, ребят, так, вот это наш босс, мы бросаемся леденцами сюда, так что, в общем, нам еще осталось совсем немножко до победы. Так, ребятки, ну что ж, осталось, ребятки, два у нас леденца бросить, два ножа, и мы с вами победили. Так, давайте как раз в яблочки. Отличненько, у нас уже 98 яблок, это позволит нам, ребятки, купить много-много различных прикольных ножов, которые продаются за эти яблоки. Ну, в общем, прикольно. Так, ребятки, ребятки, тихо. Так, ребятки, последний нож. Как бы его бросить, чтобы не проиграть? И отличненько. Ребятки, 12-й уровень у нас уже вот пришел. 13-й на подходе. И нам здесь нужно, ребяточки, быть более бдительными, более внимательным. Потому что в любую минуту мы с вами можем, ребяточки, проиграть. Так, ждем, ждем, ждем. Вот так вот сюда. Отличненько, ребятки. 13-й уровень. Мы с вами уже дошли до 13-го уровня. И здесь вот это бревно нам нужно разбить для того, чтобы получить, перейти к боссу и получить много новых ножов, ребятки. Так, отлично. Ребяточки, босс. Ого, что это за... Это, ребятки, какой-то штурвал корабля, ребятки. Посмотрите. Это какое-то колесо от корабля, которое можно крутить. Так, еще два ножика, ребятки, у меня осталось. Давайте вот один и вот второй. Отличненько. Яблочки не взяли, но ничего, у нас уже 110 штук. Так, ребятки, у нас тут пишет, что у нас уже суперсила открылась, и это очень хорошо. Мы с этой суперсилой будем в два раза быстрее метать ножи. Видите, уже ножи, ребяточки, быстрее немножко залетают в дерево. Отличненько, отличненько. Так, два ножика, ребяточки, осталось у нас. Отлично, классно, ребяточки, 17 уровень, немногие сюда доходили. Потому что, ребяточки, это не до шуток. Я, наверное, проходил больше всего, ребяточки, до 20 какого-то уровня. Реально, там просто уже настолько тяжело, что некуда бросить. Так, ребятки, ну что, собственно, на 17 уровне мы и закончили с вами играть. Мы открыли два ножа, ребяточки. Первый — это какая-то непонятная штука. Второй — это, ребятки, это коробка передач. Реально, вот, видите, такая вот ручка от коробки передач. Мы не будем, ребятки, сейчас разбивать следующие штуки. Так, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, о, second change, ребятки. Это нам позволяет еще раз, ребятки, переиграть с того места, с которого мы проиграли. И таким образом... О, сыр, ребята, босс сыр. Вы такого сыра видели? Отлично. Так, ну что ж, уже 6-й уровень, ребятки. Видите, не... Я вам хочу сказать, немедленно я все-таки умею играть, видите. И я дошел уже до 8-го. Мы только что были на 17-м. Так что я думаю, сейчас мы с легкостью тоже как бы туда дойдем. И проблем у нас с этим не будет. Так, ребяточки, а если вы еще не подписаны на мой канал Funny Games, обязательно подписываемся, будет много, ребяточки, интересного. Канал перетерпел много изменений, раньше он назывался «Вечное детство», но по некоторым причинам мне пришлось полностью переформатировать, поменять немножко сам формат, как и видео, так и, собственно, название канала, и пересмотреть все по новой. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот так вот мы с вами уже прошли до 12 уровня, отличненько, уже 13-й, ребят.
13 уровень, и я вам хочу сказать, что с каждым уровнем мне все становится все сложнее и сложнее, ребятчики, играть. Ну вот реально, вот смотрите, вот как здесь нужно было выиграть. О, мы выиграли, ребятки, нож пончик. Вы только посмотрите, какой он прикольный, какой он вкусный. О, и он, я так понимаю, намного быстрее. Посмотрите, как он бросается. Круто. Так, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать? Давай по новой. Ой-ой-ой-ой-ой, не сошлось у нас немножко с этим. Так, отлично. Так, ребяточки, у нас уже 148 яблок. Мы уже с вами разбили очень много яблок, ребятки. Это позволит нам купить очень много ножов, которые мы будем метать, которые будут в два раза быстрее, чем сейчас мы метаем этими. И это позволит нам победить в два раза больше боссов и стать мировым лидером, ребяточки, в этой игре. Так, ну что ж, немножко не сошлось. Давай-давай-давай, поехали. Давай-давай-давай-давай. Отличненько, отличненько. Отлично, просто супер. Так, ну что ж, пока у нас все идет на ура. Босс-сырок, мы его уничтожаем. Отличненько. Продолжаем дальше играть нашу замечательную игрушку. И врезаемся, конечно же, в нож. Но ничего, ребят. Кто, как говорится, не пробует, тот не рискует, тот не видит, что перед ним делается. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Отличненько. Так, ребяточки, босс лимон. О, лимона еще, по-моему, не было, да? Отличненько, ребяточки. Лимон мы с вами уничтожили. И приступаем. Ой-ой-ой-ой. Так. Так, отлично. Отлично, просто супер. Так, отличненько. Яблок уже у нас, ребяточки, 180. Скоро, я думаю, мы уже будем покупать нормальные ножи для этого. Так, босс помидор. Так, сеньор помидор. Мы его уничтожаем, ребятки, и переходим на 6 уровень. Так, на 6 уровне у нас все здесь довольно-таки серьезно. Видите, надо более... Да что ж такое? Совсем нечаянно, ребятки, нажал и, получается, проиграл сразу же. Так, ну что ж, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ребяточки, если вы выигрывали в эту игру и проходили всех боссов, обязательно ставьте палец вверх и пишите в комментарии, как вам это удалось. Потому что игра, ребяточки, нелегкая. И кто в нее, ребятки, играет, тот настоящий крутой чувак. Потому что не всем она, так сказать, под силу. Вот так вот. Так, 4 уровень, 5. Так, босс, ребятки, помидор. Ну, мы его сейчас поставим на место быстренько. Вот так вот мы это сделаем. Так, раз, два, отлично. Раз, два, отлично. Просто супер. Отличненько. Так, хорошо. Так, что это? Ого, это, ребятки, новый босс такой. Отлично, мы его прошли. Какие-то суши-роллы там были. Отлично. Отличненько, ребят. Ого, ребята, новый босс. Вы только посмотрите. Это какой-то щит викингов, ребята. Ого, довольно-таки сложно выиграть, реально. Вот как победить? Ой, ребята, один нож остался, и мы на этом с вами и закончили. Так, ну что ж, дорогие друзья, совсем неплохо у нас получается. Давайте еще раз попробуем. Отлично. Так, уже 4 уровень у нас. Но щит викингов я не смог, ребяточки, побороть, потому что не влез один ножик. Вы видели, совсем один ножик, и я бы с радостью выиграл бы и заработал бы, наверное, кучу новых снастей и кучу очков. И это бы мне дало бы неплохой рейтинг на будущее — сражаться с огромными боссами. Самый лучший рекорд в мире поставить. Отлично, отлично, ребят. Просто супер. Так, ребяточки, босс. Это опять у нас идет какой-то штурвал корабля. Да, а, это фортуна у нас. Это у нас обычная, ребяточки, фортуна. Колесо фортуны. Мы с вами будем в него играть. Так, один, ребяточки, ножик остался. Сейчас мы его куда-нибудь
приткнем. Опа, и яблочко разбили. Уже у нас 254 яблочка. Скоро мы с вами, ребятки, купим уже нормальные ножики. И будем крутыми чуваками. Ох, ребяточки, немножко не повезло. Немножко не повезло. Давайте еще раз. А ну давайте перейдем, посмотрим, какие здесь ножи продаются, ребят. Так, это нам выдавали, это нам выдавали. А я хочу купить за яблоки. Вот, 250, ребяточки, яблок. Один ножик. Давайте какой-то возьмем вот такой вот. А, рандомно 250, а тот, что ты хочешь, тот стоит 500. Так, ну что ж, ребяточки, неплохо. Золотой ножик мы с вами выиграли только что. И давайте, собственно, попробуем ним сыграть. О, он намного быстрее, я вам хочу сказать, ребята. Вы только посмотрите, какие чудеса он делает. Вот это да, он разбивает дерево на раз-два, ребята, вы только посмотрите. И помидор тоже, с легкостью. Смотрите, как он режет все. Так, ребяточки, все, мы с вами купили улучшение. Только что нам не купили, а выиграли улучшение к ножам. Нож больше стал более такой, знаете, быстрее. Смотрите, с какой скоростью нож залетает в дерево, ребят. Но это я уже поспешил просто и напоролся еще один на нож. Отлично. Так, сюда. О, отлично, ребяточки, мы его разбили. Так, босс лимон. Ай, ребяточки, ребяточки, немножко не свезло. Ну и то я вам хочу сказать, ребятки, для первого раза это отличный показатель. Потому что раньше я в эту игру не играл. Перед тем, как снять ролик, ребяточки, я запустил ее, чтобы посмотреть, что это вообще за игра такая интересная. Порекомендовал мне ее очень один хороший мой знакомый друг, который сказал: Юра, пожалуйста, сними на своем канале Funny Games вот такую вот крутую игрушку, которая будет радовать не только тебя, но и твоих зрителей. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, на сегодня будем закругляться. Сегодня мы, ребяточки, играли вот такую вот крутую игрушку, ребяточки, которая у нас называется Knife Hit. Питание ножами, ребятки, в различные предметы. Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Funny Games. Обязательно подпишитесь на мой канал. Это красная кнопочка такая, кто не знает. Обязательно ставьте пальчик вверх, ребяточки, и комментируйте мои видосики. По возможности на комментарии ваши я буду отвечать. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Funny Games. Пока-пока.